Полиция Алматы возбудила уголовное дело после скандала об утечке личных данных Анны Иваненко через ЦОН. Расследование ведется по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Но история алматинки, возможно, только вершина айсберга. К юристу потерпевшей стали звонить люди, которые столкнулись с подобными проблемами. Среди них и инвалид первой группы. Он случайно узнал, что за ним числится целая организация. Нургали Карабаев с подробностями. Скандал с утечкой личных данных Анны Иваненко через вроде бы защищенную госкорпорацию ЦОН стал ящиком Пандоры. После этой новости в комментариях люди стали писать, что и с ними происходило подобное. В личном кабинете в электронном правительстве пользователи находили запросы о справках по имуществу, месту проживания. Юрист Анны Иваненко предположил, как работала оценочная компания. Поступают сообщения, то, что если им необходимо получить справку и у них нет доверенности, то в этом случае они оплачивают, получается, сумму в размере 3000 тенге. То есть информация сейчас проверяется. А кому они платят эти деньги? Оплачивают, получается, представителям работников ЦОНа. Обманным путем оформил мое учредительство в обществе инвалидов Борис Демел. У 46-летнего инвалида первой группы Дамира Таирова тоже есть претензия к представителю Global Capital. По его словам, в начале прошлого года он отдал ему копии своих документов. Ему обещали зачислить в общество инвалидов для получения помощи, но вместо этого он неожиданно для себя стал учредителем общественного объединения. Дамир Таиров до сих пор задает вопросом, как при отсутствии доверенности оригиналов документов на него записали целую организацию. Появился через 20 дней, появился Галихан. Сказал, что ничего страшного, юридическое это, вы являетесь учредителем общества инвалидов, мы найдем другого человека, а вы напишите заявление, и мы все это быстро через Астану перерегистрируем. В компании Global Capital ни руководства, ни Галихана не оказалось. То есть никого нету сейчас, получается? В полиции завели дело только по случаю Анны Иваненко, но в руководстве госкорпорации «Правительство для граждан» готовы каждый случай об утечке личной информации рассмотреть отдельно. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.